5, 6, 7, 8, 8,5. Давай. 8,9. 10. Погнали. Просто бесилово нахуй. Так. Сейчас пока что. Так. Красный. Короче, забавон он пришел и все. Ну и чего там? Минимальная штука. Эй! Ой! Ой! Зеленого самолета воруют? Ой! Ты на меня ездил, что ли, сбросил? Твои же самолеты скинул. Возвращаю. Ой-ой-ой! Я вертолет разъебал. Что такое? Наконец по мне, по аэродрому, пожалуйста, он места много занимает. Собянин пришел, расчищает, блять. О, да, и это коронавирусом харкнул. О, позеленело за окном, позеленело. Какая трава зеленая. Всем привет, с вами сообщество Голдятина, и как видите, мы попробовали поиграть в Red Alert 3. Все прошло отлично, пускай этого было и мало, поэтому мы хотим продолжить, снять полноценные ролики, сделать стримы и привлечь больше людей играть в стратегии в реальном времени. С 3 по 9 февраля в нашем сообществе наступает неделя CNC. Будем играть как в Red Alert 3 с аддоном Uprising, так и в CNC Generals с аддоном Zero Hour. В описании вы найдете ссылку на наш Discord. Вступив, напишите в разделе Face Control, что вы на стратегии. Так мы поймем, что имеем дело с живыми людьми, а не ботами. После получения допуска зайдите в раздел Command & Conquer, где вас будут ждать все необходимые ссылки и вся нужная информация о времени и датах проведения событий. Приводите друзей и приходите сами. Неделя CNC в Голдятине — это событие не только для фанатов, но и для новичков серии. И если ваш скилл в игре мал, мы не станем разрушать базу через 5 минут. Играем дружно, учимся и взаимодействуем. Ждем вас. Все ссылки в описании.